В селе Бурагонск Усть-Алданского улуса после разрушительного ураганного ветра ведутся восстановительные работы. Все спортивные и культурные мероприятия пройдут в плановом режиме. Заместитель председателя правительства Сергей Местников отметил, что сил специальных задействованных бригад хватает. Дополнительных рабочих сил и помощи от команд и спортсменов не требуется. Ведутся восстановительные работы на стадионе, больших разрушений нету, пострадала конструкция, которая задействована на открытии, сейчас его восстанавливают, и мы сегодня вечером планируем генеральную репетицию с 9 часов вечера. Что касается спортивных мероприятий, то они также ведутся. Сейчас начинается волейбол на спортзале Мендаба, также волейбол в селе Чаранг. Кроме того, в скором времени начнется футбол среди мужчин в футбольной площадке. Все запланированные спортивные мероприятия пройдут в плановом режиме.